А вы знали, что для испанцев остаться на второй год в школе – это, в принципе, нормально? То есть вообще образование здесь, ну, я бы не сказал, что оно прям такое хорошее. Многие экспаты, которые приезжают сюда, они потом берут образование, вот, допустим, в российской школе, советское это образование, оно в начальной школе, ну, я думаю, что в средней школе, оно лучше, чем в испанской. Я не знаю почему, наверное, потому что здесь испанцы не готовят людей к обязательному получению высшего образования. Допустим, вот как я когда учился, это то, что обязательно нужно получить высшее образование. А здесь такого нету. Здесь как-то они, ну, более лояльны. Второй год, да пофиг вообще. Ну, как учишься, так учишься. Все спокойно, все без, ну, таких вот, знаете, без настойчивых требований к обучению. Не знаю почему, но вот такая вот здесь система. А из-за этого многие заставляют учиться своих детей, ну, я в том числе, в нескольких школах. Вот мы учимся здесь в испанской школе, у меня дети учатся, и параллельно учатся в московской школе. Кстати, все одноклассники в московской школе, в которой она удаленно учится, кто в США, кто в Австралии, кто в Аргентине, кто где в Европе, во Франции, ни один не находится на территории России. Классов очень много, людей, детей очень много, и все учатся, вот, получают образование российское, потому что считается, что оно лучше, чем образование в развитых странах. Вот так.